Госнаграды ко Дню Республики сегодня вручили казахстанцам. Среди награжденных и Мукарам Абубакариева, главный балетмейстер театра «Астана Балет». Она присоединяется к нам по Зуму. Мукарам Садакимовна, здравствуйте. Доброго дня. В первую очередь, позвольте вас поздравить. И вас поздравляю. Вам вручили орден Курмет. Как ощущения? Самые прекрасные. Благодарю. Это очень почетно. Это очень приятно. Спасибо. А каким был ваш путь в балете? Ну, он начинался с самого раннего детства. С прихода в хореографическое училище и с последующим развитием в приход в театр. И ну, сейчас я уже как хореограф, работаю в театре «Астана Балет». Примерно такой путь. Вроде как в двух словах, но на самом деле, конечно, долгий и сложный. На самом деле, мне тоже кажется, что балет — это преодоление определенных трудностей. Им ведь сложно заниматься. Абсолютно с вами согласна, конечно. И это связано и с физической подготовкой, и, конечно, есть психологический момент, потому что нужно каждый день преодолевать себя, трудности, и при этом не показывать. Совершенно верно, я вас понимаю, потому что мы тоже люди телевидения, также должны быть всегда в тонусе, да? А скажите, на чем вы сейчас работаете? Ну, в данный момент мы сейчас репетируем наш текущий репертуар, готовим постановки. Вот у нас до конца Нового года будет спектакль «Декабрьский дождь», постановки приглашенного хореографа. Спектакль «Щелкунчик». Мы вас всех приглашаем ко дню, ну, к празднованию Нового года. Вот. Ну и есть идеи, есть темы, сюжеты, которые сейчас продумываем, которые мы, думаю, в скором времени озвучим и представим нашим зрителям. А как часто выезжаете на гастроли? Где в последний раз были? И вообще, как встречают наш балет за рубежом? Вот последние были у нас гастроли, связанные с Годом культуры в Таджикистане. Вот мы представляли наше искусство, мы выезжали с концертной программой. Вот наши артисты вот выступили недавно в фестивале, который прошел в Аспендесе. Мы представили два спектакля «Кармен Свита» и «Афуэго Лента», где приняли бурными овациями, и все прошло большим успехом. Вот. А есть ли новые имена у нашей балетной школы сейчас? Да, конечно, я думаю, что они есть и будут. Я так немножко волнуюсь, просто я так немножко врасплох. Вот. Есть прекрасные солисты и в нашем театре, и в Астана Опера, и в Гатобе, поэтому, конечно, на эту тему можно было бы больше времени рассказать о каждом солисте, который достойно представляет и культуру, и казахстанское искусство. Я понимаю ваше волнение, действительно, получить такую награду, это действительно почетно. Еще раз вас поздравляем, всего вам хорошего, успехов. Спасибо большое, до свидания.